о мешках для пылесборников, какие они бывают и как ими пользоваться. Все зависит от того, какой у мастера пылесборник. Они бывают встраиваемые в стол и настольные. Соответственно, исходя из этого, мы берем подходящий по размеру мешочек. Как минимум у мастера должно быть два мешка, потому что мы мешочек в конце нашего рабочего дня стираем. Можно в мыльном растворе вручную, можно в стиральной машинке на бережной стирке. В среднем такой мешочек служит 1,5-2 месяца, и по истечению как бы срока годности его нужно будет поменять.